Шеф-повар Максим Григорьев. Цветная капуста, запеченная с фрикадельками в соусе. Если я готовлю фарш, то обязательно часть его использую для фрикаделек. Отправляю их в морозилку и использую для самых разных экспресс-целей. Когда-то давно сочинила очень вкусное блюдо из цветной капусты с фрикадельками. Иногда перемешиваю цветную капусту и брокколи или выбираю только один вид, так и эдак вкусно. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты для основы. Капуста цветная 1000 грамм. Сыр твердый 150 грамм. Фрикадельки замороженные 16 штук. Ингредиенты для соуса. Капуста цветная 1000 грамм. Сыр твердый 150 грамм. Фрикадельки замороженные 16 штук. Бульон мясной 375 мл. Карри 0,5 чайных ложек. Масло сливочное 40 грамм. Мука пшеничная 2 столовые ложки. Для соуса. Смесь хмели сунели 0,1 чайной ложки. Сметана 150 грамм. Соль 1 щепотка. Шаг 1. Для приготовления этого блюда нам понадобится цветная капуста, мясные фрикадельки, можно использовать любое мясо. У меня на этот раз была смесь свинины и курицы. Бульон будет приготовлен в процессе. Сыр, сметана, мука, сливочное масло, соль и специи. Шаг 2. Цветную капусту разбираем на отдельные соцветия, моем и бланшируем. Для этого кипятим воду и готовим другую кастрюлю с ледяной водой. Опускаем цветную капусту в кипяток, даем воде снова закипеть и варим 3 минуты, после чего быстро вылавливаем капусту шумовкой и перекладываем в кастрюлю с ледяной водой. Кипяток, в котором бланшировали капусту, нам понадобится в следующем шаге. Шаг 3. В воду, в которой бланшировали капусту, теперь кладем фрикадельки. После всплытия варим 3-5 минут и вынимаем шумовкой. Шаг 4. Готовим соус. Он у меня сборный. Начало делаю как для бешамель, то есть растапливаю сливочное масло, всыпаю муку и быстрыми круговыми движениями довожу до кремообразного состояния. Далее добавляю 1,5 стакана бульона, получившегося после бланширования капусты и отваривания фрикаделек, солю и кладу специи. Можно использовать любые любимые, мне очень нравится для этого блюда использовать сочетание смеси карри и хмели сунели. Шаг 5. Наконец, добавляем в соус сметану и доводим до кипения. Шаг 6. В лоток для запекания выкладываем цветную капусту, чередуя с фрикадельками. Шаг 7. Заливаем капусту с фрикадельками соусом. Шаг 8. Посыпаем сверху натертым сыром и ставим в духовку. Шаг 9. Запекаем до румяной корочки при температуре 180°. В зависимости от особенностей духовки на это уходит 30-40 минут. Подаем блюдо горячим. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.